Hammaga salom do'stlar. Bugun ko'rib turganingizdek, O'zbekistonda eng mashhur stadionda yig'ildik. Ko'rib turganingizdek, Paxtakor. Bugungi mehmonimiz, bugungi rubrika bo'ladi. Bugungi mehmonimiz yutqizgan keksa odamga yoki boshqa bitta qiynalgan oilaga moddiy yordam beradi. Йо, подписчики, сегодня с вами снова Label Boys. Сегодня мы собрались, наверное, с самым знаменитым стадионом в Узбекистане. Это стадион Пахтакор. Просто представьте, стадион Пахтакор и Label Boys. По традиции сегодня у нас рубрика «Гость». Кто у нас проигрывает в этом челлендже? Делаем добрый поступок. Наверное, после карантина это самое правильное решение. Да, главное, какой поступок? Поступок помогаем продуктами, финансово, пожилым людям. Так что, ребята, оставайтесь до конца, смотрите и наслаждайтесь. Бугунги мехмонымыз, сізлі у одамны, Юсфой станицлі, Узбекистонны эймашхур вайнер, артист, ашулячы. И сегодня у нас в гостях, ребят, это просто пушка. Самый знаменитый блогер, актер, певец, да он самый знаменитый, наверное, все его знают. Встречаем Кама Гоус. Юсупов, давай! Все, кричите, я так подошел, прикиньте. Привет всем. У нас в гостях Кама Юсупов. Мы начинаем с интервью. Озер бзе футбол башен штаолда. Кама дан интервью оламыз. Первый вопрос, Кама Юсупов. Да. Почему в последнее время вы очень резко ставите ваши вайны? Ну, из-за карантина, наверное. Потому что сколько, 2 месяца дома сидели, месяц-полтора. Уходило время на то, чтобы обдумать, что дальше снимать, что делать, выходить на YouTube или не выходить. Короче, дома, да, короче, время потратили на то, чтобы сейчас делать. Ну, сейчас уже можно, потихонечку начнем. Окей, второй вопрос. Как вы относитесь к футболу? Вообще отлично. Я люблю футбол. Только, ну, больше, наверное, не смотреть, а играть. Играть больше люблю, чем смотреть. Как мы все. Да. Какой клуб вам нравится? Вообще без разницы. Любые. Знаешь, Пахтакор. И последний вопрос для нас важен очень. Как вы относитесь к молодым блогерам, вот как мы? Нормально относитесь. Ну, как вам, так видите. Как вам это направление, типа? В будущем хорошо будет или. Ну да, я думаю, что это все будет развиваться. Главное, ну, делать, наверное, и все. Так же, как и мы начали делать, и делать, и делать, и делать. Так же и вы, я думаю, у вас интересное направление, связанное с футболом. Ну, типа, много очень любителей, которые будут смотреть, наверное. Да. Я думаю, что вас многие поддержат. Мне круто вообще. Но какие можете вы дать советы нам? Советы? Да. Ну, продолжать, и все, больше ничего не буду реально. Не останавливаться. Да, просто делать и делать и делать. Нам нужно быть первым. Волк не тот, кто волк, а тот, кто волк. Все, ребята, 4 челленджа. Первый – штрафной удар. Второй – 1-1. Третий – пенальти. И четвертый – прицелимся в штангу, кроссбар. Так, болли, оз бізді 4-та челлендж болады. Бірінші челлендж – лонгшот, узаудан тепамыз, стенка болады, яны. Икінші челлендж – бірге-бір чықады, барата білан. Учёный челлендж пенальти болады, и тортон челлендж кроссбар. Еще, мы пинаем по 2 раза, а наш гость 4 раза. Так будет честно. Бізді 2 метрден тепамыз, а Кама торты тепады. Мехманым тортыда. Бірінші болу бізді башлаймыз. С первого раза. Отвечайте. Это Пахтакор. Любой идет, любой идет. Че, Кама? Да сейчас все забьем, успокойтесь. Серьезно, спокойно. Артар готов? Брат, давай нормально, в елки-палки отбиваем удары. Ах, ничего, нормально. Что ты скажешь? Не, действия звучат громче, ребят. Давай. Давай, я. Давай. Все.
пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Бля. Нормально. До свидания. Я сейчас так же буду жить. До свидания. Саш, давай. Оля, оля, вот ты. Бахты горды рахмью. Давай. Вот ты. Фагат гол. Давай, я тебе верю. Тащи. Ух. Ой, чуть-чуть. Блин. Алло, Роберто, сейчас, это, смотри, эфир, вон оттуда, сейчас покажу тебе. Давай, брат. Чё, Кана, что-нибудь скажете? Жарко, чё? Холокитапсмена сделал это снова. Опять? Лучшая дырочка, я появлюсь как супернова. Ей! Два раза пропусти, по-братски. Меня лаваш. Буфонище! Братан, не буфон, Кассилиас. От души, красава. Что там, мушки? Фанаты ваши? Это не поможет, брат. Тут только удар. Just do it. Заки. Окей. Аки. Не обижайся. Звезда. Идет за мячом. Закон улиц, пацаны. Кто пнул, тот приносит мяч. Холокитапсмена сделал это снова. Опять? Лучшая дырочка, я появлюсь как супернова. Хорош! Вы так кричали, я думал, что у меня в девятку мяч залетит. Но неплохо, неплохо, я тебя понял. Неплохо, неплохо. Довольно-таки плохо. Итак, следующий челлендж 1-1. Мы начинаем. Хозер енді бірге бір болады. Забашлим. Кеттік. This is coach Louis van Gaal involved in conversation with... Зачем я туда пнул? Давай, срач. Не надо финтить, все просто. Ой, красавчик! Ой, красавчик! У вас 4 попытки. Начинайте. Че, брат, готов? Оттуда могу быть, брат. Ой-ой-ой-ой-ой! Эй, воротарь! Качели вот свой мена! Ну-ка давай, Кама! Кама! Все блогеры на тебя смотрят! Ой! Яндекс такси я позвал! Тебе наверх! Ой, красавчик! Вот теперь вот красавчик! Как вам? Как вам? Да, последняя попытка. Yes! Красавчик! Красавчик! Пожалуйста, опишите свои чувства, пожалуйста. Да, нормально, скажи. Вратарь хороший просто. Все. Вы проигрываете, понимаете? Нет, ты что, вы в очко еще не попали никого. Вот! Итак, ребят, следующий челлендж. Пенальти. Кейнги челлендж, пенальти были, да? Паштыры был, так что бы. Ребята, я начинаю. Ну, без головы. Вратарь, готов? Ой!
видишь? Вот чуток, чуток, вот я чувствовал пальцами, вот кончиками дотронулся. Форок, без разницы, как хочешь. А, мы уже не выиграли? Ой-ой-ой-ой-ой! Зая, я секрет не ти, на хса краще. I'm sorry, but I cannot say this one. Я знаю, когда вам бить будет, брат. Эй, ребят! Бля, я слеп, спина это нормально. О, боже мой. Какая разница? Все? Да. Вот смотри, кам. Смотри. Что там, кам? Все нормально? Четко. Бобраке, пожалуйста. Пожалуйста. Хорош, бомбардир! Фристайло! Вака-вака! Последний. Или сейчас. Охренге, мусабахамызе, челленджимызе, просто штангеге пойляш, узодан штангеге пойляш. Кроссбар челлендж. И для русскоязычной аудитории. Ребят, остался последний челлендж, все. Решающий. Надо просто так прицелиться в штангу. Кроссбар челлендж. Последний челлендж, я начинаю. Охренге челлендж, нам больше нет. Что там удар? Абдулазиз, кроссбар челлендж. Или ты, или блогер. Я просто молчу, бля. Окей. Давай еще раз. Что там? Я не допну до туда. Срач? Давай. Все, облазись. Все за нас сделай. На, я. Нема? Уй! Ай, блин! У вас 4 попытки. Начинайте. У меня нет никакого понта. Никакого понта. Эх, еще 3 попытки. У меня в руках было чуть не попадает. Нет. Yes! Был? Был, блин. Слышно, было, брат. Офигеть. A few moments later. Together. Еще 2 удара. Нет, нет, все. Еще последний сейчас. Нет. Сегодня молодец, тащил. Да. Шип, Бой шип, тоже шип, красава. Шип. Мы не думали вообще, что он так будет играть. Я тоже не думал. Чисто случайно попал, да? Окей, Кама, как вам? Офигенно, ребят, очень круто. Очень понравилось. Кого-то лаваш как бы. А так. Главное лаваш. Да, лаваш проиграл. Хамаге рахмат. Бугун сизлар билан Paxtakor stadionida bo'ldik. Lik qo'yinglar, kommentariy yozinglar. Hozir bizga
кекса одам уйге барып, продуктларын беремиз. Ребята, поддержите нас комментами, там, лайками, подпиской. Мы будем только рады. Стараемся только для вас. А, друзья, пишите в комментариях, кого хотите увидеть в следующем выпуске Label Boys. Правильно? Да. Все, короче, друзья, пишите в комментариях. Бля, прикидай. Все, ребят, пишите комментарии, какого гостя хотите увидеть в следующем выпуске. Вот, ребят, мы уже дома. Альбина Анатольевна, да? Да, Альбина Анатольевна. Такой мини-фон, друзья, в поддержку. Делать фон. Помощью коронавируса, да. Это футбол, это добро. Спасибо. Хорошего вечера. Хорошо. Сдержали свои обещания, мы сделали добро. И в целях безопасности мы не снимали все от и до, мы не соприкасались все вместе. Зашел только один зашел, человек. Да. Только он. Только зашел только я, и отдали, и вышли сразу. Да, делайте добро, ребята. Полезности, это хорошо. Вот, ну и... Аминь, азы, уля, уля, не кырып, кырмах чугунады, чуть яс карантин. Зыгам, уля, ям, тинчликеры, те уборды, берор, буду. Яшли хлили, именно определенный момент кутмили. Хар дом яшли хлили. Работа, учеба, это все будет. Хамаге рахмат, лайк хуили, комментарий азили, подписаться обязательно, то ли ортов, или юбор, или хохол, Все, всем спасибо. Всем спасибо, спасибо, спасибо что пригласили. Гость. Спасибо. Было очень круто, весело. Молодцы. Спасибо. Спасибо, Гоуз. Спасибо, оператор. Спасибо. Та-дам.